Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, давай-ка зайдем в режим кампании и посмотрим, что нас ждет впереди. Гоблины. Так, тут у нас голубь. Грифон, еще грифон. Ну что, давай поборемся с тобой за лук. Так, возможно, награда в бой. Ну, слава богу, у нас с тобой энергии хватает. Своих бойцов я чуть-чуть прокачал. Надеюсь, мы здесь справимся. Главное вспомнить, что к чему и почему. Погоди-ка секунду. А почему у меня такой набор? Я что, не поставил свою козырную комбинацию, получается? Так, секунду, динамит. Ну-ка, бахни. Ага, минус двоечка и остается гоблин. Он, наверное, успеет все-таки... Успел, да, ударить? Шитик вшивый. Сколько? 6 волн? Погоди-ка. Ну куда ты мне карты все спутал, а? Так, хорошо, грифону достался. Так, бросаем с тобой динамит. Хотя, на самом деле, я люблю накастовать побольше для динамита урона, а после уже бросать. Но здесь, видишь, этот все ханорик мне попутал все карты. Так, заморозка. Ждем. Ждем с тобой время. Видишь, тут у нас откат идет. И за это время мы с тобой копим энергию, а потом вот так вот бамс, и все. Давай, следующий шитик. Так, гоблин, подожди, что бы нам с тобой сделать? Если мы его... Опять же, рандомно заморозку у нас будет. Шибануть ему в лобешник. Давай сделаем вот так вот. Так, этот горит, а поэтому даже не попало. Ну, ладно тебе. Хотя бы заморозка сработала. Так, бросим улей. Минус электрик. Блин, мороженку надо валить. Мороженку. Ать, успел все-таки бомбануть, а? Успел. А еще и заморозил мне все карты. Ну ты посмотри. Так, давай быстрее. Так, уйди отсюда, тролль. Ты мне не нужен. Мороженка, ну что, давай поговорим один на один. Я успел? Я успел, но это не помогло мне. Ух. Так, какая тут у нас компания, ребята? 4 из 6. Нас... просят хильнуться на 5000. Давай сделаем. Ну и начну, пожалуй-ка, я с пушки. Так, единорог мне вот этот не нравится. Он же у нас любит хилять, насколько я помню. Ага, мы ему немножко подсолили. Так, давай пилой. И я хочу сейчас, друзья мои, успею ли я бросить динамит? Ну, да давай, родной. Отлично, очень хорошо прокачанный у меня динамит. Как ты видишь, он показывает неплохие результаты. Ну что, грифон, а теперь давай с тобой поговорим один на один. Вот тебе из пушки подарок. Упс, в плане я думал, что мы его сейчас подобьем. Но нифига подобного, он выжил. Так, остается у нас с тобой сколько? Блин, еще две команды. Две команды бойцов. О, свинота здесь пришла. Блин, сейчас будет хиляться, а? Так, и слизень там нам, кстати, вообще не в тему. Блин, да хорош хиляться уже. Так, что мы с тобой сделаем? Давай вот так вот, будем кастовать сейчас динамит. Так, 3 кастовки, я думаю, хватит, да? Для заброса. Сейчас этот ударит меня. Бросаю, короче. Бумс. Блин, а я скелет выжил? Удивительно. Так, уйди отсюда, свинота, а? Ты меня раздражаешь. Серьезно тебе говорю, она хиляется еще за каждый примененный мной баф. На тебе. Есть контакт. Ну что же, и последняя волна. Так, бесплатная лечилка. Хорошо, давай полечимся. Ну что, почти фул хп у нас. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Так, ведьму желательно побыстрее бы уничтожить. И сделать это нам поможет барабан судьбы. Окей, грифона замораживаем. Так, мне нужен динамит. Динамит накастовать надо. Так, пропил. Дальше. Успею, нет? Давай бросим, наверное, с тобой улей. Слушай, псина может быть... Нет. Хотя, все, отлично, друзья мои. Псина сдохнет. Я думал, что ударит по мне. А вот ведьма сейчас карточку-то мне сожгет. Вот она, морозота, а. Ну-ка, есть контакт. Ну все. Подожди-ка, я думал, что мы ее подбили. Ничего подобного. Получается, да? А сейчас получится ее... подбомбить. Да что, вы издеваетесь? Вот сейчас...
Я думал, что мы их давным-давно должны были хлопнуть. Нет, что-то стоят тут, выпендриваются. Отлично, друзья мои. Первая катка у нас с вами прошла идеально. Так, победа, все дела. И мы с тобой сейчас будем приумножать наш реворд. Слушай, неплохо, особенно насчет опыта. 614 тысяч. Вдруг мы с тобой сейчас левелап поймаем. Скорее всего, так и есть. Ха-ха. Ну вот, совсем другое дело. Ребята, 35 уровень. Здоровье у нас, хотел сказать, 1900, но тут 19 тысяч. Гемы. Слушай, ну гемов у меня хватает, поэтому не будем смотреть рекламку, а пойдем лучше с тобой воевать с голубем. В этот раз у нас разыгрывается улей. Кстати, играем мы на фулл бонусе, потому что мне нужно, ребята, именно 100% награда. Так, и это все будет у нас длиться полтора часа. Но мне хватит на сегодняшнюю игру. Поехали. Возможно, награда улей. Так, листья. Ну и очень-очень много карточек. Давай посмотрим, кто здесь будет у нас из врагов. А уже отсюда будем... Ой-ой-ой-ой, тихо. Так, ну слизень. Слизень, конечно, нервирует. Давай-ка попробуем улей. Да куда ж ты бросил? Хорошо. Пропил. Бросим с тобой холодильник. О, тому не повезло, братишки. Так, секунду. Ай, а почему грифа? Блин, я хочу слизень, вот тот меня нервирует, ты понимаешь? Давай поменяем, наверное, их местами. Успеет он или нет? Он, наверное, успеет сейчас пузырь взять. Ё-моё, у меня нету... А у меня нету ничего. Ребят, придется стоять вот так вот и выжидать, пока он у него не закончится. Давай пропил сделаем. Давай с тобой применим. Ага, все, все, он раскрылся. На тебе снеговика. Ну, а дальше все просто. Мы можем бросить динамит или бомбануть из корабельной пушки. Корабельная пушка его не взяла. Все, сдулся парень. Так, вторая волна. Бросаем, конечно же, сразу же. Пятикратная бомба. У-ху-ху-ху. Твою ж налево, блин, этот маг. Все карты, ребята, он мне портит, понимаешь? На тебе, улей. Прям лжбан ему. Так, тихо, барабан судьбы по тебе плачет, йети. Есть контакт. Ну что, двигаемся с тобой на третью. Блин, а этого же нельзя сдвинуть, точно. Его сдвинуть нельзя, но зато можно заморозить. И бросить улей в кого-нибудь. А, он же применяет на себя все удары. Все, ребят, все, я вспомнил. Тогда бросим с тобой динамит. Так. Пропил делаем. Этого уничтожаем сразу. И вот он, голубь. На тебе снеговика, парень. Возрадуйся. И сейчас подождем с тобой. У нас есть время. Опа, и добивочный улей. Так, ведьма-кактус. Твою ж налево, кактус. Нам нужно его побыстрее желательно бомбануть. Это же у нас саппорт, он еще крыс этих будет нам бросать. Но я не позволю этого. Я ему этого не позволю. Пускай пока немножко погорит. Мне успеть надо, чтобы карты эта ведьма у меня не отобрала. А 100% заберет динамит. Вот как пить да чувствую. Успей бросить я. Ну, не... хотя все нормально. Она забрала, но не ту, по-моему, карту. Тихо. Ведьма, ты достала уже, а? Я сейчас ульем в тебя брошу. Просто-напросто, понимаешь? Вот на тебе, кушай, не обляпайся там. Так, тебя убиваем. Так, ведьма. Вот мы с тобой и встретились. Я тебя сейчас заморожу для начала. Да, и добил сразу же. Так, получить. Слушай, пока терпимо, не нужно мне здесь ничего получать. Давай-ка мы с тобой барабан судьбы применим. Сразу же потом из дробовичка шмальнем. Кастуем с тобой именно наш динамит. Так, пятерка максималка, как мы знаем. Ой-ой-ой, пузырь. Пузырь, ребята, взял. Ну что, бросаем, наверное, динамит тогда. Пузырь мы лопаем, но урона он не получит. Зато все остальные получили. Да хорош уже тут выпендриваться. Так, опять этот берет пузырь свой. Мы ему лопаем его. Так, и попробуем заморозить. Нормуль. Так, теперь, наверное, из корабельной пушки мы у него. На, слушай, он еще жив. А если вот так на распил его поймать? Да ладно, ты серьезно, что ли? На улей. Посмотри, что делать, а? Тогда из дробовичка.
Все, шикарно. Ну, у нас последнее. Кстати, вот здесь лучше, наверное, подкрепить здоровье, потому что вот эти два брата, близнецы, или как их там звать, они очень бесявые. Причем, смотри, какая у него там скрипка или гитара, вся в шипах. Короче, смотрим. Окей, давай-ка мы начнем, наверное, опять же, копить на наш динамит. На X5. Так, грифона убрали. Этого распиливаем. Так, X4. Все, сейчас применяем с тобой динамит. Эй-эй-эй-эй-эй! Нормуль. Успел. Но все равно один-то из братьев, по-моему, остается. Нет? А, мы их сразу двоих уничтожаем? Всех вообще подбили, прикинь, всех! Слушай, ну это шикарно. Так, ну что, остается удвоить наш приз. Ну что же, получаем полную награду. 614 тысяч у нас опыта. Но этого, конечно, маловато для получения следующего уровня. Потому что здесь, ты смотри сам, нужно почти 6 миллионов накопить. Это до 36 уровня. Ну что, у нас с тобой грифон здесь, да? Будут разыгрываться, короче, у нас болты. Точнее, гайки. Так, ну, подожди-ка секунду, давай-ка мы посмотрим. Может быть, мы что-то можем с тобой... Да ладно, вообще ничего не можем улучшить. Как так-то? Ну, я имею в виду из моей колоды. Здесь-то, конечно, у нас много чего можно улучшить. Но я, наверное, пока не буду ничего делать. Я это все покоплю. Подожди-ка секунду. А где мои орлы? Они же должны были вернуться с экспедиции. Я их, по-моему, не забирал. Только вот вопрос в другом. Отправлял ли я их? А ну-ка давай посмотрим. Точно, я их не отправил. Господи, почему так? Нет, кролик, ты мне нужен. Так, отправить, отправить и сову отправить. Ух ты! А у нас с тобой здесь накопилась охота за сокровищами. Слушай, давай, наверное, сейчас поделимся, потому что я потом, боюсь, забуду. Смотри, какая награда. 666 тысяч опыта. Если это еще нам дадут умножить, это будет круто. Короче, у нас с тобой жадный гоблин, босс, он 44 уровня, соответственно, он круче меня в разы. И вот теперь нам нужно его побить. Это будет сложновато, чувствую я. Так, вот он. Угу. Ну, естественно, приспешники пришли, причем с таким количеством здоровья. Даже не знаю, ребят, поехали. Это для начала. Так, замораживаем гоблина. А, да-да-да, конечно же, у нас же боссы не могут замораживаться. Все, я вспомнил. Так, распил. Бросим с тобой улей. Так, ну, в принципе, он того можем с собой бомбануть. Так, он ушел, да? На взрывчатку. Окей. Так, у него, ребята, пока еще первая фаза. Не забываем, что у него их две. Опа, сейчас что-то будет. Я просто забыл, что он делает. На самом деле, давай-ка из пушки, наверное, бомбанем по нему. Он, по-моему, каждую фазу призывает. Так, подожди, он не призывает, он что-то делает. Но хильнуться нам стоит. Лишним это уж точно не будет. Так. Я не могу понять, он куда-то исчез? Или он перевоплотился? Ну-ка, давай попробуем распилить эту башню. Фигня какая-то, если честно. Вообще бред. Сейчас будем с тобой копить на динамит. Я вот что решил. Да хорош вам, ребята. Что за дела-то? Так, из пушки бомбанул. По-моему, вот здесь, если мы сейчас убьем этого скелета, гоблин опять вернется. Поэтому копим с тобой энергию. Время пока еще есть. Так, заморозим. Ждем, ждем, ждем. Нам нужно накопить как можно больше энергии. Так, улей. Все, вот он, гоблин вернулся. Но не один, как ты видишь. Так, ну попробуем на распил его поймать. Ой, как мало мы у него... Что он сделал сейчас? Ой, там еще эта псина... Ать! Я же забыл совсем, что она вот так делает. Да иди ты! Он опять призвал его. Блин. Слушай, у нас... Надо смотреть за здоровьем, ребята. За здоровьем обязательно нужно смотреть. Сейчас вторая фаза, он опять исчезнет. Убежит. Все. Надо хиляться. Продолжаем наш бой. Вот этого нужно как-то вперед, ребята, вытянуть. Иначе мы получим от него урон. А мне его никак не вытянуть. У меня нету ни дискошара.
Да, может быть, если из пушки только. Бред. Так, гоблин уже вернулся, друзья мои. Он уже там танцует. Давай вот так сделаем. Ай, было больно. Так, теперь я динамит заброшу. Что? Что ты? Блин, опять он мне все карты спутал. Давай, наверное, с тобой аптечку будем применять. Ну, аптечку приняли. Теперь бросим еще одну бомбу. И еще, наверное, одну. Теперь вот так вот сделаем. Так, ну что, гоблин? Блин, там осталось-то у него шиш да не шиша здоровья. Ну, взрывчатка, это хорошо. Так, и остается его просто-напросто добить. Успеть бы добить, вот в чем дело. На, блин, фигня какая-то. Ну и куда ты убежал? Ну вот куда ты убежал, а? Вот скажи ко мне на милость. Так, снеговика вызвал, да? Давай-ка вот так вот барабан. Все, 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 все. Блин, офигеть, я на него потратился там. Но тем не менее. Точно, ребят, мы с вами умножаем. Прикинь, у меня сейчас будет 1 200 000 сразу же опыта. А сколько всяких прибамбасов? По 1 200 000 плюс еще 30 гемов получим. Ну-ка. Даже не 1 200 000, а 1 300 000. Это круто. Так, еще сейчас здесь мы с тобой наградушки умножим. Ты прикинь. Ё-просоте. Топорики. Так, Юрий, друг. Черепаха, короче, корабельная пушка. Шокодрон, ну я им не пользуюсь. О, барабан судьбы, вот это классно. Так, а умножить я смогу? Да. Ну и вот у нас получается, что после умножения я доволен, как удав. Так, подожди-ка, давай-ка заглянем с тобой. Вот, совсем другое дело. Ну, естественно, корабельную пушку я буду в первую очередь улучшать. С ее-то дамагом. Зайчика. Окей. И все, да? Ну, я считаю, все равно, ребят, нормально. Корабельная пушка 6 уровня. Вот динамит бы, конечно, бы еще надо было бы прокачать. И тогда мы всех бы нагибали. Ну что, пойдем с тобой на Грифона. Довольно сладкий тут у нас ревард будет. Поехали. Быстренько сейчас попробуем их распинать здесь. Ага. Вот, значит, как. Погнали. Снеговик этот фигов тут стоит. Я офигеваю, как интересно снег может гореть, а? Объясни-ка мне на милость. Воу! Ты видел, как корабелка бомбит? Это что-то с чем-то. Просто снеговика в хламину. Ну, правда, у него мало здоровья было, если честно. Это первая волна, поэтому у них с хпшками просто беда. Что, как говорится, нам только на руку. Так, этого шитика мы с тобой убиваем. Окей. На первом ряду, когда, ребята, он погибает, он не наносит дополнительный урон. Это если он будет уже где-то там на задних рядах. Так, да-да. Ну и что ты тут поставил свои баррикады, такой довольный? Сидит, думает, он неприкасаемый. Нет, парень. Сейчас мы из тебя отбивную сделаем. Так, может быть, давай из пушки. Точнее, это не пушки, это был дробовик. И я хочу динамитик туда подкинуть. Окей. Ну что, мухоморишка, хильнуться решил? Нифига он хиляется, если честно. Обалдеть, на тебе из пушки. Вали отсюда. Переходим с тобой на третью волну. Давай с улья начнем. Ага, теперь барабан судьбы. Блин, барабан судьбы очень мало наносит урона. Но зато он может нанести всем троим и в то же время их поджечь. Это большой плюс. Эй-эй-эй, так, минус один. Давай вот этого, давай волчару. Уничтожь, пожалуйста. Не хочешь, да? А если я холодильник применю? Блин, на грифона упал. Так, а тот сгорел все-таки. Грифон пока замороженный. Стоим с тобой, ждем. Копим энергию. Еще раз замораживаем его. Копим. И ульем я его, наверное, добью. Окей. Следующие партизаны. Так, здесь слизень. Это же, по-моему, ведьма. Да, ведьма.
Так, ну что, тогда начнем, наверное, с пушки. Ой, не успел. Ну, понятное дело, ведьма она такая. Сразу же мне карты все спутывает. Отлично, пилим. Так, давай из дробовичка. Пускай он там догорает, бедолага, а этот сейчас будет бить меня. И грифон еще карту отобрал. Так, убиваем слизня. Теперь пробуем. Надеюсь, ведьму заморозим. Нет, грифон опять же. Слушай, достала ты там, а? Слишком быстро ты как-то набираешь себе энергию, а, ведьма? Слишком быстро. Ну, грифона, по крайней мере, убрали мы с тобой. До холодильника мне как до Китая раком. Давай я так заморозим его. Все, ждем. Ждем с тобой энергию. Я не знаю, что у нас тут. Пушка. Отлично. Ну что, переходим на пятую. И я думаю, надо подлечить маленько здоровье. Ну что, почти фул хп. Продолжаем. Так, вначале улей. Дальше дробовик. После этого барабан судьбы. Ну что, x3 на динамите. Этого мало. Распил. Так, этот окопаться собирается, да? Окопался, ладно. Дробовик. Блин, этот хиллер сейчас, а, и успеет или нет? Не успел, тогда гудбай. Тыдыч. И остается у нас тролль. Ну-ка, если мы его вот так вот. Е! Да выпендрился. Так, ну у меня тут нормально все. Со здоровьем почти фулочка. Так, заморозка. Барабан судьбы, блин, вот эти вот братья меня бесят. Так, давай попробуем поменять их. Окей, так, они у меня здесь, на переднем плане. Но я их не успею подбить сейчас. Они все-таки звезданут. Ай, больно бьют они. Так, минус один. Сейчас я до вас доберусь. Так, чтобы нам... Давай заморозим его. Заморозили. Так, теперь попробуем, наверное, распилякать. Нет, это никуда не годится. С таким уроном. Так, поджог. Сейчас. Я из пушки его хочу бомбануть, вот этого вот хлыща. Опа, ну и остается только лишь грифона нам с собой подбить. Я думаю, никаких проблем здесь вообще не будет. Или будут? Нет, не будут. Здоровье у нас есть. На тебе, и улей в лицо. Все. Вот именно об этом я тебе и говорил. Так, ну что, награды, естественно, будем приумножать. Ну вот, получили с тобой награду. И давай смотреть дальше. У нас, по-моему, с тобой бой остался всего лишь один бой. Вот он. Окей. Подожди-ка секунду. Давай посмотрим, что у нас тут. Барабан судьбы можно прокачать. Слушай, давай, наверное, так и сделаем. До 5 уровня. А, еще и дробовик. 27 уровень имеет дробовик, прикинь. Но по урону он, конечно, слабоватый. Общий урон, как ты видишь, 2014. А у барабана судьбы сколько урон? 8-17. Ага. Ладно. Ну что, поехали. Еще один грифон. Разыгрывается тут у нас граната. Поехали. Сейчас попробуем их быстренько распинать. Босс, я так понимаю, здесь будет в конце грифон. Соответственно, начинаем. Так, это у нас, по-моему, воин, да? Который принимает на себя удар. Абсолютно от всего, да? Ну, проверим. Да, мы его быстро распилили. Но это первая волна. Поэтому так быстро все и происходит. О, гемчик даже выбили с тобой. На-ка. Давайте следующий. Блин, тут... Дед зомби. Как ты помнишь, его нужно убивать, ну, чуть ли не последним. Иначе он будет постоянно воскрешаться. Если я сейчас, например, закину динамит, успеем всех побить? По идее, должны. Да. Двигаемся дальше. Третья волна. Берем распил, делаем бензопилой. Плюс бросаем с тобой сразу улей, дробовик и пушка. Так, теперь бы мне барабан судьбы, если честно, применить. Хотя уже не надо. Уже не надо. Грифон отдуплился. Так, этот хочет мне крысу подбросить. У него, наверное, получится. Или не получится. Ать! Все-таки бросил. Все-таки закинул мне. Ладно,
Сгори. А следующая у нас с тобой партия. Ведьма. А, не успел, не успел применить динамит, а. Твою ж налево. Она постоянно меняет свои облики, и поэтому я как-то не особо обратил внимание на это. Ну что, будем пилить его? Сейчас еще и ударит по мне, а? Посмотри. Ну-ка, бросим динамит с тобой. Да чтоб тебя, ты отдуп... Да, он отдуплился. Слизень. Вот это плохо, ребята. Вот это плохо. Так, попробуем сейчас ведьму. Е. Так, ну что, один на один вместе со слизнем. Просто бомбим по нему, чтобы у него этот пузырь лопнул как можно быстрее. Ай, удар все-таки сделал. Ну, поехали. Готов, хлопчик. Переходим на предпоследнюю волну. Так, пока нормуль вроде бы все со здоровьем. Не надо ничего тут делать нам. Да, он принимает все удары на себя. Как ни крути. Мне нравится, что корабельная пушка, она не берет, друзья мои, энергию. Она стоит 0. 0 энергии ты тратишь за ее использование. Поэтому, естественно, действовать нужно по откату. Как только пушка корабельная готова к удару, лучше сразу делай. Ай! А, адское зелье бросил. Это зря, дедуля. Это Гринч. Злой Дед Мороз, можно так его назвать. Давай вот так вот тебе. Ать! А он еще живой. А если улей? Все. Ну что же. Так, хильнуться. Ну тут, наверное, стоит. Потому что вот здесь два брата. Если мы их не вернем, они очень будут сильно дамажить. Так, начнем, наверное. Блин, как бы мне его достать-то, а? Давай с барабана судьбы начнем. Сейчас попробую кое-что провернуть. Так, распил. Уже 2х, плюс пушка. Так, 4х, да? Теперь пора, наверное, бросить. Не успел, блин. Все равно все-таки успел ударить меня. Так, одного брата мы шваркнули. Грифон отдуплился. Давай улей в него, значит, кинем. Так, этого мы заморозим, потому что он хильнуться собирается здесь. Но я ему не позволю этого сделать. Распиливаем. Ну и один на один с этим голодранцем остаемся. В принципе, он ничего здесь нам не сделает. Бьет сильно, но он один. И из пушки его. Пумс. Все, друзья мои. Остается получить только лишь награды. И умножить их. Забираем награды. Ну и, как ты понимаешь, еще один островок мы с тобой прошли. Не так, в принципе, все было сложно, но тем не менее. Так, у нас следующий остров. О, тут еще очень... Кстати, смотри-ка, здесь босс, ё-моё. Ну, мы обязательно до него дойдем в следующих сериях. Так, а теперь я предлагаю, знаешь, что сделать? Ну-ка, давай-ка мы сходим сюда. Угу. Свалка Тимми. Че, давай сыграем. Получим с тобой тоже кучу опыта здесь. Ну и еще и, конечно же, награды, призы. Подожди, а, ну да, тут же у нас идет, ребята, рандомное, как говорится, оружие и все тому подобное. И я буду его менять после прохождения каждого этапа. Ать, было больно. Так, на тебе улей. Да что ж ты будешь делать? Давай-ка вот так тогда, из лука. Это замороженный урон получит колоссальный просто, а? И добивание. Ага, вот тут как. Так, этого нужно, ребята, вперед. Вперед прогнать. Да-да-да, его нужно именно на переднем фланге убивать. Блин, зачем я это сделал? Вот зачем я бросил? Ну, да что ж ты. Что за непруха-то такая, а? На, на тебе. Так, иди сюда, хламон. Нет, никаких пузырей тебе. Последние бойцы. Блин, свинота здесь подоспела. И дед-псих. Вот это, кстати, меня не радует нисколечко. Зачем нам здесь нужен дед-псих? Давай его сюда, на передний план. Будем его здесь бомбить.
топорами, естественно. Это все хиляется, а, буржуйка. На тебе, улей. Жуй, не обляпайся. Так, теперь из лука. Так, так. И остается дедуля. Сумасшедший, все. Ну что, мы прошли с тобой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну да, первый уровень. Так, умножаем. Наградушку получаем, пока мало, да, я не спорю. Слушай, а сколько нам до уровня нужно? Где-то, по-моему, 2 ляма, да, если я не ошибаюсь. Так, он мне дает на выбор, естественно, я сразу беру огонь. Потому что огонь у меня прокачанный. Динамит мы с тобой возьмем вместо... вместо вот этого молота. Окей. Будем, короче, брать с тобой огонь и лед. Вот что я тебе скажу. Потому что это самые прокачанные у меня скиллы. Именно огненные и ледяные. Так, ну что, начнем с улья. Так. Опа. Давай еще улей бросим. Шикарно. Так, башенка, ты что тут выделываешься? Раз, два. Блин, я думал, что тут 3 стрелы он бросит. А он только 2. А вот, ребята, и динамитик мой. Так, попробуем сейчас его быстренько с тобой закастовать. Так, а ты хорош тут. Блин. А, тут эти два брата, шитики. Ну ладно, ловите. Готово. Двигаемся дальше, последняя, третья волна. Да не надо мне здесь пока ничего делать. Все и так хорошо идет у меня. Блин, у меня топоры прокачаны до 27 уровня. Ну по ним не видно, да? Урон они вообще наносят маленький. Так, добиваем ульем. Отлично, ну что, второй этап мы с тобой прошли. Еще 7 впереди. Наградушку получили. И двигаемся дальше. Тимми будет очень доволен. Так, он опять сейчас выбор сделает. Тут уже берем с тобой лед. Опа. Хм. Ну давай я возьму ракеты и заменю их. Заменю их, наверное, на топоры. Хотя ракеты на самом деле мне не особо нравятся. Будем честны. Ну и винтовка морозная тоже не особо сильная. Так что тут, как говорится, не особый выбор был. Бумс. Так, давай добьем их, наверное. Так. Ага. Ага, и эти не добили. А вот так если... Бумс. Все удачно получилось. Так, опять эта свинота здесь, а? Нервирует. Она меня нервирует. На тебе. Так, давай попробуем успеть бросить динамит. Этих убьем по краям. И со свинотой, я думаю, мы уже разберемся. Ну-ка, ать! Все-таки ударила меня на дорожку, а? Так, подожди, 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 тут ведьма. Динамит, конечно же. Этот на дорожку меня ударил все-таки, а? Так, ведьма, хорош тут. На каком-то дельфине. Метла дельфин у нее, ты прикинь? Где надыбала, непонятно. О, подожди. Она еще не отдуплилась. Шикарно. Слушай, как-то быстро мы с тобой пролетели на одном дыхании. Давайте, давайте мне фул награду. И двигаемся дальше. Так, он сейчас выбор опять будет, наверное, огонь. Да, я выбираю. Но здесь ясен перец, я возьму пушку. О чем тут речь? Хотя, на самом деле, смотри, ребята, она стоит 6 энергии. Но почему-то иногда он дает мне за 0 энергии воспользоваться ей. Ну что, погнали. В бой, конечно же, что-то еще спрашивать. Огнемет? Ой, огнемет. Огнетушитель мне не особо, ребят, нравится. Ну что, поехали. Так, сразу уничтожили. Красавцы. Так, дед-псих. Живет еще, а? Псих-то. Псих еще живет. Ну-ка попробуем, наверное, вот так вот. Е-е-е. Скелет не надо. Бумс. 17 тысяч урона. Не кисло, да? При его 7-то тысячах. Эй, шит. Шитоголовый. Так, давай бросим динамит с тобой. Наверное, всех ушатаем. У-у-у, дедушка воскрешается. Почему? Потому что слизень не остался в живых. Мы его почему-то не добили. Получается. Ну что, а ракета? И ракета его убила. Ну что, дед, пора тебе на покой.
по-моему, да? Вот все-таки на дорожку он ударит меня, а? Ну, а здесь-то что? Нате вам, братья Люмьеры. Так, бросаем с тобой динамит. Так, ну что, у нас остается... Да никто не остается, мы всех бомбанем, так? Оу, оу, пенек. На тебе. Пестицидов. Ну что, половину мы уже с тобой прошли. Как говорится, остальное быстренько дальше пробежим. Давай заморозку мне. Я возьму снеговика, это ясен перец, и возьмем его вместо пестицидов. Да. Ну, в принципе, вот такая вот колода. Это моя играбельная колода. Ну, кроме ракет. Ракет у меня нету. Я их не особо жалую, как я уже говорил. Так, здесь куда-то распыляться, это, ребят, бесполезно, потому что это все равно будет брать на себя весь урон абсолютно, который мы выпускаем. Пока его не уничтожим, он ничего не даст нам сделать. Так, теперь попробуем из лука. Кстати, не забывай, что с каждым уровнем здоровье монстров увеличивается. Эй-эй-эй-эй, тихо, на. А вот это вот нежелательно, конечно, так делать. Блин. На дорожку все-таки он ударил. Переходим на вторую волну. Пока не надо нам хиляться здесь. Бросим. Ну, ё-моё, ну хотел динамит только применить. Конечно. Ведьма. Я ее всегда замечаю в самый последний момент. Когда у меня начинают уже карты гореть. Может быть, здесь ты хоть успеешь динамитик бросить, а? В принципе, ведьму должны уничтожить. Окей. А гоблин ударит. Гоблин ударит. Ладно, последняя волна. Блин, ну тут, наверное, лучше глянуть. Начнем-ка мы с улья. Улей. Дальше сделаем вот так. Шмальнем из лука. Плюс применим ракету. Блин, я думал, на деда все-таки полетит. Так, ладно, убиваем. Ну и дед-псих у нас тут. На тебе. Блин, еще живет, а? Улей в рот. Улей в рот. Нормуль сказал. Ну что, награды? Шикарненько. Так, двигаемся дальше. Сколько там еще остается у нас? 4 или 5 боев? Огонь. Что на этот раз ты мне подсунешь? Блин, ну давай я возьму, наверное, бумеранг. Поменяем вот сюда. Хотя ни бумерангом, ни вот этой ракетой, друзья мои, я... не пользуюсь. Так, ну что? Фига тут, смотри, вот такого, кстати, я не видел еще ни разу. Слон с пистолетом. Было бы прикольно его увидеть. Но я думаю, что это где-то в дальнейшем у нас, да, будет все это дело. Так, Гринч что-то там... Ай-яй-яй, успел. Успел все-таки он закутаться. Ну и зря. На. Блин, еще живет. Копим энергию с тобой. Сейчас я в него бумеранг запущу. На. Готов. Так, свинота. Ну-ка, улей в нее. Правильно, вот так вот. Пускай она там сгорит. Так, дальше. Давай динамит бросим с тобой, да и все. Че тут еще раздумывать. Голубь, пока. И последние враги. Бросаем с тобой бумеранг. Все равно мало-мало наносит урона этот никчемный бумеранг. Минус. Так, дед-псих, ты там успокойся, пожалуйста. Бросаем динамит. Минус волчара. И деда мы сейчас с тобой тоже ульем, как обычно. Все. Раз, два, три. Три боя осталось. Но смотри, уже опыта дают нам 639 тысяч. Неплохо, я считаю. Еее! Друзья мои, новый уровень. Конечно же. Офигеть. 20 тысяч хп у нас. Я считаю, это круто. Ну что, берем лед. Да что ты будешь делать-то, а? Ну, давай возьмем с тобой пушку. Поставим ее вот сюда вот. Ракета, ну, хотя наносит офигенный урон, но она рандомно, ребята, бомбит. Ты выпускаешь ее, куда она там полетит, ты не знаешь. А с дробовичка с этого мы с тобой... Ой, тихо-тихо, мы бьем целенаправленно, ведьма, блин, увидел уже.
Но нет, это было зря, ребят. Естественно, дед сейчас оживет. Ну, фигня полная. Так, минус ведьма. Хотя бы здесь нам повезло. Ну, что у нас тут? Заморозка. Отлично. Так, давай гоблин. Блин, гоблина убиваем с тобой. Так, деда, что нам с тобой заморозить, наверное, придется для начала. И из дробовичка его. Явились, не запылились, да? Орлы, ну-ка посмотрим. Ну, слабо, слабо стреляет. И вот об этом я тебе и говорил тогда. Что этот морозный УЗИ наносит урон фиговенький. Вот, динамит, да, тут не поспоришь. Тихо! Надо было брать улья, я почему-то снеговичка хотел кидануть. Так, что у нас тут? Да не надо мне пока тут ничего делать, все вроде бы нормуль. Ведьма! Сейчас начнет, а? Сейчас начнет. Блин, заморозка не туда. Ну, динамит бросим. Так, двоечку минус, да? И у нас остается лишь ведьма. Ульем ее, добиваем. Все, шикарненько. Так, уже 800 тысяч опыта получаем. Я тебе говорю, с каждым разом все больше и больше опыта. Ну и у врагов тоже здоровье все больше. Да чтоб тебе, ну, только избавился. Ну, давай попробуем с тобой вот так вот сделать. Не люблю я эту бомбу. Ну, а что поделаешь. Остается всего лишь два боя. Погнали. Так, сулья, наверное. Ага. Давай подожгем всех. Пускай горят. Холодильник не туда, надо было на ведьму падать. Хотя мы так сделаем. Опа. Ведьма, ты сгоришь ведь? Сгорела. Ну, свинота, естественно, бомбит. Сейчас мы ее из пушки с тобой попробуем. Сейчас подкопим энергию. Так. На. И ули еще вдобавок. Ну, тут все понятно. Тут все понятно, что нам нужно вот это уничтожать в первую очередь. Бросаем динамит. И всех скопом поуничтожали. Ну-ка, заморозочка. Дальше опять поджог. Ульев, давай в братьев. А, они почему-то, ребят, там отдупляются один за другим. И вот он остался одинокий воин. На тебе. Блин, выжил. Ну это, ребят, ерунда. Последняя волна у нас с тобой, да, здесь. Последний чувак. Здоровье нормули. И остается последняя у нас с тобой битва. Угу. 999 тысяч, почти лям. Ну и заключительный бой. Опять заморозку мне дает. И что на этот раз? Ага. Ну вот это оружие мне не особо понравилось, если честно. Я возьму, наверное, рыбу и поменяю вот сюда. Погнали. Фух. Так, здесь у нас будут усиленные монстры. И, по-моему, в конце будет боссик. Нет, он не в конце, он тут сразу же, да? Поехали. 215 тысяч здоровья у него. На тебе. Так, тихо-тихо, мне бы вот заработать бы рыбу, я не успею. Я не успею, ребят. А что, он так и будет, что ли, призывать постоянно? Эй, погоди. Одного уничтожаем, он призывает сразу следующего. Что это за бред такой? Так и есть. Ну-ка, давай рыбу попробуем с тобой бросить. Она должна замораживать. Да, она замораживает. Ну, почему ты ули... Блин. Слушай, ребят, тут, по-моему, дело дрянь. Он хиляется или что он делает, я не могу понять. Ага, вот так вот мы, да, его сюда попробуем заморозить. По-моему, на него ничего не действует. Да, заморозка на него не действует. Короче, нам с тобой невыгодно делать, чтобы он, ребята, перемещался из пушки. В общем, не строчим. Тихо, оу. А у нас здоровье-то, посмотри, сколько. Ё-моё. Слушай, он хиляется. Зачем я так сделал? Короче, мы проиграли здесь. Здесь мы с тобой проиграли. Он хиляется за счет того, что мы убиваем монстров. Да я же не знал, что здесь будет вот такой вот подарочек мне. Все. Раскатали.
Вот это жесть. Вот это жесть, ребята. Это же... Ты же помнишь, что это был элитный босс? Так, ну давай попробуем еще раз. Нам главное его бомбить. Блин, а у меня нету, видишь, оружия, как говорится, прямого назначения. Ну что, ты вот видишь сам, у меня есть только вот корабельная пушка. Ладно. Да блин. Да, я его так припарюсь бомбить, если честно. Ну-ка, бросаем с тобой рыбу. Ну чем мне вот его? Ну смотри, он опять все здоровье себе восстановил. Обалдеть. Ты посмотри, как он бомбит. Насколько он бомбит. Ладно. Ули, давай в него. Конечно, в него, ага. Аж 300 раз в него. Он сейчас опять все здоровье себе восстановит. Видишь? Не, ребята. Здесь нету выбора у нас с тобой, чем использовать. Ну, чем пользоваться, понимаешь? Тогда, когда мы с тобой бомбили его, этого плотореза, да, в первый раз, мы могли с тобой выбрать, ну, оружие. Я в основном там топоры, что-то там еще брал. И таким макаром мы его уничтожали. Здесь я не имею права ничего взять. Вот что у меня есть, то у меня, как говорится, и есть. Все, он меня сейчас распишет. Я его, он, даже если мы уничтожим с тобой сзади этих чувачков, да? Все, вот тебе и результат. Я могу, конечно... Давай попробуем. Вот так вот это все делать заморозками. Что еще тут у нас есть? Зачем я это сейчас... Блин. Вот с дробовичка ему могу шмальнуть. Холодильник, ну, сейчас хильнется. Естественно, хильнется. А здоровье-то у нас с тобой восстановили не фул, я так понимаю, да? Далеко не фул. Нет, это бред. Это бред, ребят. Это бесполезно с ним здесь драться. Просто мы с тобой взрываем, и он фул хп себе делает. В общем, это испытание мне не пройти. Именно тем, что мы с тобой насобирали, мне не пройти. Вот и все. И это бесит меня. Просто бесит. Так, что мы тут с тобой можем? Пушку прокачать? Да ладно. Отлично. Так, пилу. И дробовик. Дробовик у меня, наверное, будет скоро самое прокачиваемое оружие. 30 уровень из грамми больше... А, нет, смотри, у меня пила имеет 32 уровень, да? Взрывчатка 33. А я почему-то думал, что она... Что дробовик у меня фуловый. Нет, ребят, конечно же нет, получается. Так, ну тут еще очень всяких, ребята, много событий. Естественно, сегодня мы их проходить не будем. А вот в следующей серии можно будет попробовать. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.